Здравствуй, мой зритель. Я рад, что ты меня начал узнавать на улице. Если ты скучал по мне, если ты ждешь мой новый выпуск, тогда продолжай смотреть. Тема данного выпуска – любовь. Пойдем следить и узнавать у людей, что такое любовь. Поехали. Что такое любовь? Значит, каханне – это готовность отдавать человеку усе, нават ахвяруючы чымсьці, ну, у сваіх інтарэсах. Вось, то бок я аддаю, я нічога не патрабую ўзамен. Абсалютна согласен. Дзякуй. Што такое любоў для вас? Любоў з першага погляду – это страсть, то потом она меняется в верность, потом в уважение, потом в заботу и так далее. Вы верите в любовь по переписке? Да. Да, вот это хороший ответ. Она еще и плоды приносит. Любовь по переписке плоды приносит, спасибо. Быстренько, что такое любовь для вас? Любовь. Моя подруга. А парень? Парень не любовь. А что тогда парень? Парень Михаил. Здорово, это было интересно. Вы верите в любовь с первого взгляда? Да. А в любовь по переписке? Да. Здорово, спасибо большое. Я желаю вам очень много любви. Давайте обнимемся. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Дружище, что такое любовь? Расскажи, пожалуйста. Любовь – это вдохновение. Это самое лучшее, что может быть в жизни. Больше сказать нечего. А ты веришь в любовь с первого взгляда? Да. А в любовь по переписке в социальных сетях? Скорее нет. Спасибо, я желаю любви, любви, любви. Она у меня есть. Она есть. Привет. Как тебя зовут? Мальчик. Мальчик? Да. Тебя зовут мальчик, а меня зовут Леша. Да. Да. Скажите, а как вас зовут? Анна. Как? Анна. Анна. Такой вопрос. Ответьте, пожалуйста, что такое любовь? Рядом с тобой твои самые близкие люди. Да. А вы верите в любовь с первого взгляда? Нет, не верите. А в любовь по переписке в социальных сетях? Нет. Это твоя мама? Слушай, ты любишь маму? Да. А давай я скажу. Ты любишь маму, а ты громко-громко крикнешь. Да, давай. Ты любишь? Да. Ты любишь маму? Да. Давай еще раз. Да. Да. Молодец какой. Давай пять. Здрасте большое. Спасибо. Предупредите, когда там... Все, началась съемка. Девушка, скажите, пожалуйста, что такое для вас любовь? Взаимность, уважение, доверие. Мужчина, а для вас? Я полностью согласен. И еще могу добавить, это когда без человека вообще не можешь. Ни минуты. Знаете, я желаю вам любви, взаимной, пламенной, страстной. Скажите, пожалуйста, что такое для вас любовь? Вечность. А для вас? Вы можете поддержка, а вы можете в двух словах буквально рассказать, как вы познакомились? Мимолетное путешествие. Здорово. А вы верите в любовь с первого взгляда? То есть вы вот так встретились, и все. А вот в любовь по переписке верите? Вполне возможно, но это не приходилось сталкиваться к этому. Спасибо. Я желаю вам любви, любви, любви. Дружище, ты веришь в любовь по переписке? Я не особо верю в любовь по переписке, потому что с человеком нужно сначала пообщаться лично. А мало ли что она тебе-то может написать, та девушка, которая сидит по ту сторону экрана. Или вообще сидит там 11-летняя девочка, выдает себе за 22. Спасибо. Давай, будь здоров. Что такое любовь для вас? Любовь для меня – это все. Это самое главное, что нужно, ну, каждому человеку. В первую очередь, я просто очень, честно говорю, люблю людей. Просто я реально люблю людей. Вот, простите меня, пожалуйста, за эту нескромность. Это вот, ну, я считаю, что это может быть... Я понял, спасибо большое. Говорю, да. Я желаю вам любви и побольше улыбок в ваших... Денег пожелать. И побольше денег, да. Друзья мои... Сейчас вы услышали мнение окружающих людей, которые обычные люди. А мнение психолога вы можете посмотреть по вот здесь вот. Спасибо за внимание.